Hollow Knight в свое время подняла планку качества в играх стиля Metroidvania. И сейчас каждый разработчик, который занимается этим направлением, старается хотя бы немножко, но приблизиться к тому, чего смогли достигнуть Team Cherry. Сегодня я покажу вам игрушку, которая называется Ender Lilies или Конец Лилии. Наконец-то я нашел тебя. Жреческое дитя. Слышишь ли ты мой голос? Наконец-то ты пришла в себя и, кажется, в порядке. Испугалась? То, что я утратил свое тело, как-то связано со жрицами. Ты помнишь, что произошло в королевстве? Ты тоже утратила воспоминания? Сначала нужно выбраться отсюда. Лучше своими глазами увидеть, что стало снаружи. Вы можете подумать, что я последнее время ударился в анимешную тему или, может быть, в тему жриц или еще что-то такого, но ничего подобного. Просто все, что последнее время выходит, сходу секрет нашли, вот это мы хороши. Просто все, что последнее время появляется, то, что меня интересует, то, что может быть потенциально любопытным, почему-то сделано вот в таком стиле. Что это такое? Статуи белых жриц. Большие каменные статуи, изображающие белых жриц. На сохранившейся статуе выбита надпись «Белая жрица Зари». На разрушенной «Белая жрица Ветра». Есть мнение, что... Чтобы открылась эта дверь, нужно будет, наверное, восстановить статую жрицы Ветра, да? Или, возможно, нужно будет получить способности жрицы Ветра и Света. Угу. Но, в отличие от того, что мы с вами смотрели недавно про жриц, это которая была Минория... Эта игрушка уже выглядит немножко поинтереснее. Единственное, что я пока немного скептически отношусь к тому, как эта игрушка анимирована и к ее псевдо-3D-шности. Потому что все, что я видел в подобном стиле, мне очень сильно не нравилось. Вот. А плавность анимации, вот именно вот такая, как здесь, немножко отдает играми из контакта. Ну, так я это называю. Короче, посмотрим. Пока еще вывод делать... Рано, пока давайте немножко ее пощупаем.
Не бойся. Используя мою силу, у тебя-то точно должно получиться. Наш рыцарь, он получается как эдакий дух-хранитель будет с нами летать. Я люблю такую тему, с душами связанную, если честно. Мне это... Меня это заставляет чувствовать себя спокойным. Я начинаю верить в то, что души существуют, и они среди нас. И что они нас защищают. Это, конечно, загон. Но мне иногда нравится так думать в связи с потерями, которые мне пришлось пережить. На самом деле сражаться очень приятно, вот даже несмотря на то, что игра псевдо 3D, но тем не менее это ей далеко не мешает, возможно даже наоборот делает ее лучше, уникально что ли, потому что все, что я видел в таком стиле, оно все выглядело не очень, даже Bloodstained, который выходил недавно, а даже он мне не особо понравился своим визуалом. Слушайте, у меня сейчас такое чувство, словно я попал в Dead Cells, вот реально. У вас нет ничего такого. А что мы вообще с вами умеем? Так, мы умеем перекатываться, умеем лечиться. И пока что это все. Ну и сражаться кое-как. Но это пока. Дальше нам обещаются способности, умения. То есть, насколько я понял, игрушка взяла от Hollow Knight довольно большой кусок в плане идей. То есть, тут будут и амулеты, и даже вроде бы как прокачка нашего оружия. Вроде как. Ты уже выглядишь поопасней. Но не намного. Мы еще, помимо прочего, поглощаем какую-то энергию. Я так думаю, что она нужна для того, чтобы использовать нашего хранителя. Кстати, интересный факт. Перекатывается она. Она не то, что перекатывается, она скользит. Скользит как... Как в бейсболе. Юбка вперед. Все правильно. А ну, давай попробуем. Кстати, обратите внимание, это очень интересно. То есть она как бы... Она защищается, то есть руками закрывает лицо. А дух в это время бьет. Очень круто. Кстати, никакого парирования, ничего такого нету. А ну, давай посмотрим. Я думал, что он будет бить. Я хотел посмотреть, можно ли уклониться в момент, когда он бьет. Да, я немножко приболел, не обращайте внимания. Да, уворачиваться вперед можно. Хорошо. Хорошо. Там что-то есть, по-моему. Видите, как вроде бы чья-то полоска здоровья, но попасть туда не могу пока что. Вот это странно, то, что я могу делать вот так в воздухе. Угу. Но сразу же стоит оговориться, что... О, отлично. А, очень плохо. То есть я когда падаю вниз, я не могу... Я не могу сделать удар снизу. Ладно, это учтем. Но я думаю, что это все еще будет. Потому что игра пока что находится в раннем доступе. Ее, кстати говоря, уже можно приобрести в Steam. Вот. Но я, если честно, предпочту, наверное, подождать ее немножко. Молитвы исцеления. Но нам пока не надо, мы уже, в принципе, разобрались, как это работает. Письмо Элейн. Сигрид, передай амулет белой жрице. Такое жерелье я даю всем жрицам, но в это я заключила защитную магию. Защитный барьер можно восстановить, даже если он будет сломан. Но с этим справится только белая жрица. Рассчитываю на тебя, Элейн. Классно было бы, если бы здесь реализовали такую штуку, как была в Legacy of Kain, чтобы мы могли... впитать в себя все способности жриц. И в итоге они в конце будут за нами стоять, как души всех жриц покойных, которые нам помогут победить кого-то. Ух ты.
Переката мне ломается, ясно. Ай, в этом даже что-то есть. Осколок амулета, который увеличивает нам жизнь. Часть разбитого амулета, который носят белые жрицы. В мелких осколках еще осталось немного света. Хотя, возможно, мы являемся просто одной из этих белых жриц. Ну, в целом, все ясно. Теперь мне хочется знать, как будет происходить улучшение наших способностей, и что мы сможем еще делать, то есть какие у нас есть перспективы. Так, а что насчет... Ага, вот она, та глава первая. У нас даже уровень имеется. И максимальный сотый, хорошо. Скверна... Скверна боли, скверна ярости и души древних. Звучит так, как будто бы это грехи, знаете, то есть мы чистая белая жрица, которая может дать волю своей там... гордыни, еще чему-то, и когда она дает, то есть было бы прикольно, да, вот если бы в диалогах такое можно было провернуть, из диалога вы в нем как-то себя повели неправильно, короче, не как жрица, и, соответственно, становитесь на путь тьмы, и ваша скверна наполняется, и от этого будет зависеть концовка, это было бы так прикольно. Блин, я не знаю, вот когда... Ага, тут мы можем собирать сет из духов. О, значит, духи будут комбинироваться, вообще круто. Так, реликвии, коллекция действий, ух ты. Ого, я даже что-то могу делать на воде. Девочка кое-как умеет плавать, но нырять оскверненная в воде не может. Призвать полученную душу оскверненного. Касание черного рыцаря, побеждая силы жрица во время боя, можно попеременно призывать до 6 душ. Как интересно. Очень качественно сделано, вот даже на данном этапе. С Минори рядом не стоит на самом деле. Устала? Давай отдохнем. Места отдыха являются точками сохранения. После отдыха полностью восстанавливается здоровье, количество использованных духов и молитв. Также снова появляется поврежденная оскверненная. Лавочка. Здравствуй, Hollow Knight. Не удивлюсь, если где-то здесь мы его встретим, как отсылку. Так, происходит полное исцеление и сохранение состояния. Было бы классно, если бы эти духи еще могли как-то с собой взаимодействовать, там, периодически разговаривать, короче. И от их разговора зависит... Ну, если я смогу встрять в этот разговор, от этого диалога в итоге зависело бы, останутся они с нами или вообще покинут нашу команду. Подобная система была в Icewind Dale, в очень старой игре и Baldur's Gate, и в Torment. Было бы прикольно увидеть это здесь. А вообще, это так, блин, странно. Пока я играю в игрушку, я наполнен всякими подобными идеями, но как только меня задают вопрос, как бы я видел бы свою игру, у меня все, у меня мозг отключается, и я вообще ее никак не вижу. Отмечаются случаи, когда оскверненные сохраняют сознание, это самое страшное. Выдержавшие сознание страдают от нескончаемой муки и будут мучиться до тех пор, пока сознание не покинет их. То есть практически вечность. Единственное спасение тех, кто стал оскверненным, это чудесные силы белых жриц. То есть либо я их убиваю, либо, возможно, я как-то по-другому их могу, да, освобождать. Самое кайфовое сейчас в этом всем то, что здесь есть этакая загадка. То есть непонятно, что вообще происходит. Что там наверху, кто мы, что мы. Это изюминка таких игр. Ага. Это в принципе изюминка всех неплохих сюжетов, я считаю. Я думаю, что там что-то есть. Возможно, потом получится забраться. Но он потихоньку в итоге к краю подошел. Я думал, что он будет на месте все время стоять. И чтобы искать скрытые стены, получается, что не нужно их бить, достаточно к ним просто подойти. Ясно. Мне на самом деле интересно получить урон, потому что
в играх с анимешным стилем, особенно когда вы играете за анимешную девочку, как правило, разработчик делает так, что когда она получает урон, она начинает пищать, и это начинает раздражать в какой-то момент. Интересно, как сделано здесь. Надеюсь, они отошли от этого. Зараза. Но! Она все-таки не выкрикнула. Отлично! Сразу можно игре ставить 10 из 10 некрикливых анимешных девочек. Так, не хватает какого-нибудь бэкстепа или, возможно, просто сильного удара, чтобы когда я падаю к ним за спину, чтобы можно было их как-то быстро убить. Но я думаю, что бэкстеп... Хотя, в принципе, я просто хотел сказать, что он был бы не к лицу этой игре. Что это? Видимо, открывается с другого места. Хорошо. Кстати, помимо прочего, у нас вроде бы есть еще какие-то задания. Очисти сестру Сигрид, черную ведьму Элейн, ветерана Гельруда. А, это... это ачивки, получается, это не совсем задания. Я думал, что у нас будут какие-то побочки. Будет хаб еще своего рода. Как в Дезгамбите. Наш путь наверх. Ну, если ты ощущаешь секреты, это очень неплохая способность на самом деле. Но подожди. Там же было что-то еще. Вот здесь. Ого. Аккуратно. Не ощущаю, чтобы она была сложна. Но она как минимум страшна. Возможно, какая-то жрица была в это превращена, да? Угу. Кстати, мы находим эти амулеты, но а как мы их используем? Или они используются сами по себе? У нас, кстати говоря, количество молитв получается ограничено на... ограничено по использованию с момента, как мы встали с... со скамьи. А, нет, смотрите, здоровье все-таки 110. Понятно, то есть, когда мы подбираем амулетик, он дает нам плюс 5 к здоровью перманентно. Его никак не нужно использовать. Хорошо. Я очищу это место скверно. Так, второй уровень. Ну-ка. Так, я вижу, что у нас поднялась атака на 2 единицы, и скверно очистилась, и тоже выросла ее предел. Ясно, хорошо. Появились однажды и снежник запредельных земель. Скверна в себе несущая, и пришла в запределье беда страшная. Скверна людей с ума сводила, в чудовищ их превращая, и говаривали, что родилась она из зависти и проклятий народа древнего, что раньше на этих землях жил. Скверна людей поражала, и тех, кто принял ее, оскверненными прозвали. Оскверненные?
Так, секундочку, а какого черта? Я думал, что этот мир был погублен ядовитым дождем. А получается, что сюда просто принесли болезнь, примерно так же, как это произошло в Децел, что ли? Я правильно понимаю? Чему тут верить тогда? Бессмертные тени, принявшие скверну, их называют оскверненные. Дух, объясни мне, пожалуйста, что здесь есть правда? В дожде дело или все-таки в тех, кто прибыл сюда? Так, ну пока что у нас ничего из этого нету. Давай посмотрим чуть-чуть дальше, что нас может ожидать. Я хочу посмотреть боссов. Я уверен, что они здесь есть. Это во-первых. Во-вторых, я говорю, что игрушка в раннем доступе. Проходить мы ее пока до конца не будем, но в целом, если кому интересно, можете ее пощупать самостоятельно. Ох, елки-палки, боже, но она такая красивая, это просто невероятно. Это, наверное, пока что единственный проект, который выполнен в псевдо-3D, который мне реально нравится. Здесь это выглядит очень красиво. Здесь все пропитано скверной. Чтобы защитить. Крушить, крушить, крушить. Сестра Сигрид! И я спасу тебя! Она, походу, одна из тех, кто... Я понял. Очень красивый бой. Редко удается назвать бои танцами. За их грацию, за их красоту, но этот... подходит к этой категории. Присутствует система удара и удар и отскок. То есть, грубо говоря, не стоит жадничать с ударами. Ага. Сигрид одна из тех, кто находится в сознании, сражаясь с нами. Насчет тех, кого мы только до этого убивали, я не уверен. А? Ух, ё! Нет! Сигрид, нет! Я спасу тебя! По крайней мере, я на это очень надеюсь. Но я пока не знаю, этот удар, он довольно мощный. Убегать за ее спину сложно, потому что я в итоге на... Ага, нет, можно, все, хорошо. Зараза, Сигрид, что ты делаешь? Прости меня, Сигрид. Ведь мой долг был защитить. Я восхищалась белой жрицей Источника. Единственной надеждой в противостоянии бессмертным и скверненным. Сильной и доброй, несущей тяжелое бремя, но всегда бодряющей других своей улыбкой. От сестры пришло известие, что состояние жрицы Источника ухудшилось. Бремя очищения стало слишком тяжело для нее. И я не могла радоваться миру, если ради него требовалась жертва белой жрицы. Но больше всего я не могла простить себе, что в такое время не могу быть рядом с ней. Ведь защитницей, служащей белой жрицей, была выбрана моя сестра. Отрадой моего сердца стала Лили, веселая, добрая, похожая на белую жрицу Источника. Хоть я и не смогу служить ей, когда она станет белой жрицей, сейчас я должна ее защитить. И тогда пошел дождь.
Отовсюду доносились душераздирающие крики, и глава защитниц назвала его «дождем смерти». Я укрыла Лили в глубине церкви и взяла в руки оружие. С тех пор дождь ни разу не прекращался. Вращая железный шар, атакуют врагу вокруг. Так, духу помощнику нужна перезарядка глиста. Его применение ограничено, но можно использовать с другими духами. Сигрид защищала белой жрицы Лили от врагов в соборе, но в итоге из-за бесконечных битв безумие поглотило ее. Прыжки защитницы. Благодаря склоненному крылу сестры Сигрид, совершив в воздухе прыжок, можно взлететь выше. Отлично, все-таки мы, как Legacy of Kain, поглощаем их способности. Ее сознание, захваченное скверной, очистилось. О воспоминаниях она называла тебя Лили. Наверняка это и есть твое имя. А если проследовать за воспоминаниями оскверненных об их жизни, может, и ты что-то вспомнишь. Понимаю, тебе тяжело. Ты можешь двигаться? Это просто ужасно. Сестра Сигрид, она нас защищала. Она нас защищала. Причем, если я правильно понял, то Лили была выбрана как будущая жрица Источника, как будущая белая жрица. Но для того, чтобы ей стать, нужно было пройти какое-то превращение, которому... ради которого она, походу, жертвует памятью. И сестра Сигрид это понимала, и ей было больно от осознания этого всего, но она ничего с этим не могла поделать. Но как факт получается, что здесь действительно все пошло от дождя. То есть тут и скверну какую-то принесли, получается, из-за бугра, и дождь был ядовитый. Или это произошло, когда те пришли из бугра, я не знаю. Но это очень круто. Хочется еще отметить, что игре местами не хватает звуков, но это пока. Возможно, потом это все будет доработано. Ты в порядке? Побереги силы, давай отдохнем.